Привет, с вами компания «Электромотор». Мы являемся официальным представителем завода «Мотор Сич». И сегодня у нас на складе мотоблок МБ-6 с дизельным двигателем. Компания «Электромотор». В 2015 году завод нас порадовал новинкой. Раньше он выпускал на базе только бензиновых двигателей и запорожского производства. Но с 2015 года они начали комплектоваться китайскими электродвигателями торговой марки Waymo. 5,5 лошадей, дизель, как я уже сказала. Есть два варианта. Есть с ручным стартером, есть с электростартером. Вот. Что хочу сказать, то что этот мотоблок сделан на базе, ну, такой же, как МБ-6 бензин, либо раньше был МБ-4.05. Те же широкие колеса с активным протектором. Утяжелители входят в комплект. Две передачи вперед, одна назад, то есть вал отбора мощности. В принципе, комплектация осталась та же, и качество мотоблока достаточно высокое. Если по какой-то причине на 5,5 лошадей мотоблок для вас мал, тогда мы можем предложить для вас на 9 лошадей в комплектации с бензиновым либо дизельным двигателем. А какие, Леш, покажи, где бензиновый, где? Предлагаем вот возле меня, вы можете наблюдать двигатель МБ-9 на 9 лошадиных сил с бензиновым двигателем, с ручным стартом. Электро, к сожалению, пока что он не комплектуется, возможно, в будущем времени. Также вот рядышком представлен на 9 лошадиных сил с дизельным двигателем и с электростартером. Есть еще также в комплекте и ручной старт. Еще оговорилась, хочу немножко исправиться, что у мотоблока Motor Sich абсолютно у всех моделей фактически идет 4 передачи вперед и 2 назад. То есть 2 обычные и 2 усиленные. Оля, а по цене как, насколько вот разнятся? Сейчас, в 2016 году, новая линейка мотоблоков на 9 лошадей очень радует нас по цене, потому что они примерно где-то на 1500-2000 дешевле, чем раньше были МБ-6 с двигателями запорожского производства. Это связано, я так полагаю, с себестоимостью двигателя от китайских двигателей Waymo. То есть цены, в принципе, хорошие, но имейте в виду, что, конечно, как всегда, в большой сезон повышение цен не за горами, и курс у нас нестабильный, поэтому спешите покупать в январе-феврале, цены значительно ниже. Но компания «Электромотор» будет стараться обеспечивать наших клиентов и в марте, и в апреле техникой на протяжении всего года по минимально возможным и оптимальным ценам. Навесное оборудование, как всегда, у нас все в наличии. Вы можете укомплектовать помимо обычных плугов, окучников, там, барана, это все понятно. У нас также есть еще копалки грохотного типа, сажалки с бункерами для удобрений. То есть абсолютно любое. По поводу адаптеров и прицепов очень часто спрашивают нас клиенты. К сожалению, адаптеры и прицепы от торговой марки Motor Sich очень дорогие. То есть порядка 8000 гривен. Плюс транспортировка занимает также львиную долю стоимости. Поэтому вы запросто можете прицепить к нему китайский любой прицеп, и он вас удовлетворит на все 100%. По вопросам наличия обращайтесь к нашим менеджерам, они вам все подскажут. Какой телефон? Контактный телефон 044-530-038. Также заходите на наш сайт, следите за новинками «Электромотор Киев.ua».